Всем приветики! Хотела сказать, что каждый день на моем канале прикольные, классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми увидеть мой новый анекдот. Давно я с вами не общалась, хотела сказать, погода у нас, не поверите, мороз. Прям вот именно этот год, прям зима настоящая. Даже в крещение прям такие морозы, морозы просто не отступают снегу. По колено, красота. Ездили на выходных, на горках накатались, прям на тюбингах, специально в отведенных местах, конечно, это очень травмоопасно. В последнее время, то есть смотришь везде, да, то есть мы прям съездили от души в выходные, прям в субботу мы на тюбингах, а в воскресенье, да, пошли прям на лыжах. У нас здесь небольшой лесочек, красота, на свежем воздухе, прям природка шикарна. Ну а сейчас анекдотик. Едет мужик по трассе, смотрит, баба стоит, голосует, думает, дай-ка тормозну. Останавливается она, не подвезет он. Да, конечно, садитесь. Едут они, едут он. Ну, а расплачиваться чем будешь? Она, ну, могу сделать. Мужик, ну, давай, приступай уже. Ну, она, значит, все делает. Мужик так балдеет, ё-моё. Ой, такой кайф. Берет ее за уши, тащится, тащится прям до невозможности. Не заметил и в дерево, бах, очнулся в больнице. Думает, слава богу, хоть жив остался. Смотрит, а в руках уши ее остались. Зовет врача и говорит, доктор, а к вам баба не поступала без ушей? Доктор, это та, что с концом во рту.